Лена, привет! Я гуляю. Ничего себе, какое зеркало! У деда! Кто это? Ай! Папка! Мама! Семафор старинный, железнодорожный. А где железная дорога? О! Бетононасос. Так, ребят, вообще, я не понял. Вот здесь раньше была железная дорога, вот семафор, в принципе, стоит. Так, сейчас пойду выяснять, где железная дорога. Так, рельса. Ребята, я обнаружил рельсу. А, это лопату новую купил. Классно, кстати, я про нее потом расскажу. Рельса, еще одна рельса. Так, тут рельсы есть. Рельсы есть, но они вот там уже обрезаны. Обрезанная рельса заканчивается. Так, давайте выяснять будем. Метеорит, блин. Рельсы, вот еще одни рельсы, так. Что-то я не понял, вообще рельсы сохранились или нет? Рельсы сохранились. Докуда они идут, рельсы эти? Так, здесь рельса есть. Здесь рельса есть. Смотри-ка, сохранились рельсы, блин. А это кто? Офигеть. Так, это не рельса. Рельсы докуда идут, блин? Тут рельс нету. Да куда идут рельсы, пацаны, ничего не понял. Запутался, блин. Так. Идут. Короче, у дороги заканчиваются рельсы, все заросло. Так, давай посмотрим. Рельсы. Здесь тоже рельсы были, ничего нету. Так, здесь рельса идет. Интересно, вот здесь рельсы сходятся. Тут три рельсы. Раз, два, три. Как ехать тут по трем рельсам, блин? Метеорит опять. Короче, здесь стрелка, тут опять вот стрела какая-то, рельсы заброшены. Так, тут рельсы есть, тут рельсов нету, все разобрано. Так, ну бардак, конечно. А слушайте, здесь... Слушай, сваливает какую-то парашу здесь, блин. Вдоль реки. Стрелка тут. Сломанная. А это что сваливает здесь у нас? Очень интересно. Это что такое тут сваливается? Очень интересно, да? Обалдеть. Так, вот здесь
появилась решетка, блин. Все, тут сталкер, блин. Слышь, решетка все загородили. Тут выкопали яму, блин. А что же такое тут выламывается? Неужели тут какую-то металлургию открыли, а, Саша? Вообще, конечно, блин, жесть полная. Жестокая жесть, я бы сказал. Офигеть. Вон, мне уже звонят пацаны там. Звонят, так. Алле. Да, это кто? Кто это? А, Тула. Так, Алекс, так, все, сейчас я тогда GoPro-шку закрою, потому что я тут попал в какой-то заколдованный лес, блин. Тут какая-то хрень, все перекрыто, я что-то куда попал. Алекс, сейчас, секунду, смотри, сейчас выключаю. Пацаны, братан звонит с Афгана. Так, выключаю. Крокодилс Ривер. Крокодилс Риверс. Ночь на дворе. Вышли мне из засады, пацаны. Бродячих собак. Не, кроме шуток, ребята, вот они вчера напали, блин, на моих этих котят, блин. Напали на моих котов. Изуверы, блин. Сейчас посмотрим, если они такого, блин, чувака увидят, блин, на своем пути. Я посмотрю, блин, обосрутся они эти бешеные собаки или нет, блин. Дед Борисович пошел на охоту, блин, на собак на этих, блин. Вот, я думаю, что вот оттуда они выходят, блин, собаки эти, блин. Так, сейчас посмотрю, пойду. Сейчас посмотрим. Может, и правда оттуда выходят. Так. Да, кроме шуток, блин.
пришли раз, придут и два, и три раза, блин. Зверье такое. Так. Что у меня есть там, пацаны? Так. Фонарик есть. Ультразвуковой. Так, собаки. После того, как дед Борисыч охотился на чупакабру, блин. Я вообще по барабану, блин, все. Да и могут здесь сидеть эти твари, блин. Сейчас ультразвук включим. Разбегутся собаки. Ну че, блин? Страшно стало, блин. Нету никого. Нету. Нету никого. Сука. Одурей, блин, кто сову спугнул, блин. Это ворона, блин.